Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Сегодня у моего знакомого Игоря Корнелюка юбилей, 60 лет. Так сложилось, что мы познакомились на передаче «Доброго здоровья». И вот как раз на этой передаче, в самом конце ее, он сказал такую интересную вещь. Вот говорит, спасибо Геннадию Петровичу, что он разъяснил, что такое диабет, как надо поступать для того, чтобы от него избавиться. И он как раз до этого, оказывается, был полный, имел излишний вес, естественно, привычки не совсем здоровые. И никто ему не говорил, как с этим там бороться, что все это со временем привело к тому, что тучность привела к сахарному диабету и никакого толку. И вот, узнав информацию о том, как надо действовать, он сбросил, килограмм, наверное, 30, может быть, если не больше, собственного веса. И в какой-то степени, или вообще, я уже сейчас не помню, избавился от сахарного диабета. То есть с весом ушли болезни и так далее. Что он делал? Он делал то, что вот я как раз описал, рассказал. Рассказывать я не буду, я вас отправлю к статье о сахарном диабете, и вы ее самостоятельно почитаете. Вот такой был случай. И вот подвернулась такая дата интересная, юбилейная, и мне вспомнилось, что человека не столько надо лечить, сколько надо учить. И если он внимает этому, то он избавляется с помощью изменения образа жизни, как от излишнего веса, так и от сахарного диабета у второго типа. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Ой, веселись, народ, наступает новый год. Ой, вот что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает новый год. Вот что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам,